Так. Всем привет. С вами снова PCJ. Как обычно, после долгого перерыва. Мини-гайдик, как фармить в соло. РБ на Е-глобале. Ничего нам нужен. Танчик. Ну, в данном случае это паладинчик, потому что это самый эффективный товарищ для лоу-левела. И, соответственно, три кота с автомакросами. Ну, если вы хотите фармить дальше, можно, в принципе, любого самонера, но мне больше нравятся коты. Тем более их потом можно в рив засунуть. У них никогда не кончается мана, потому что у них есть БТМ. Ну, а танчика вы все увидели. Сейчас я покажу, как выглядит у нас вот этот вот господин. Господин у нас ДД. С вот таким вот макросом. Таргет танк. Похилить. Ассистить. Пет атака. Соответственно, нюк. Атака с руки, используются кастеты и речардж. Вся охрана убивается, если ее надо убивать. И, в общем-то, фарм РБ требует лишь времени. Вот так вот. Всем спасибо. Всем удачи. Фармите на здоровье.